Привет, с вами опять я, Евгений. Сегодня я сделал видеоурок, как установить и играть в игру под названием «Битва роботов». Данная игра сделана по мотиву фильма «Живая сталь». Значит, роботы такие же, как в фильме «Живая сталь», в принципе. Самый лучший робот там, на мой взгляд, он по всем параметрам также превосходит остальных роботов. Естественно, робот Зевс. Все помнят известного робота Зевса. Так, что вам нужно будет сделать? Вам нужно будет под моим видео, под этим видео скачать по ссылочке архив. Вот так он будет выглядеть. Распаковать его. Вот так вот он будет выглядеть. Здесь будут вот такие вот две папочки и вот такой вот файл. Естественно, вот это APK файл. Его нужно будет установить на ваш Android. И вот эти две папочки на флеш-карту. Сейчас я покажу, куда подключаете свой Android как USB накопитель. Заходите в папочку Android. Здесь вы видите такие две папочки, DAT и OBB. Вот здесь то же самое. Открываем DAT. Значит, вот так. И тут, значит, открываем наш архив. И копируем сюда эту папочку. После чего также берем нашу папочку, также на флеш-карте вашего устройства Android. OBB заходим. У меня здесь совсем пустая. И берем отсюда с OBB эту папочку и тоже перекидываем сюда. Так, практически вот кэш мы уже скинули. Осталось вот это приложение самого ПК. Его можете вы куда угодно скинуть, чтобы его установить. Просто берем, скидываем, можно просто в корень. Все, после этого отключаем наше Android устройство от компьютера и идем в файловый менеджер Android. Заходим в наш файловый менеджер. Вот у меня диспетчер файлов. Находим наш файл. Устанавливаем его. Вот видим, приложение установлено. После чего заходим в меню, у вас должен появиться вот такой вот значок. Real Star. Нажимаем на него. Дело в том, что игра должна докачать какие-то файлы. Вам нужно подключить обязательно либо Wi-Fi, либо вот. Не найдена возможность о соединении. Попробовать снова. Ну, естественно, пробовать снова бесполезно, так как у меня отключено Wi-Fi. Нажимаем выйти. Сейчас включим его заново. Значит, включаем Wi-Fi. И пробуем еще раз запустить наше приложение. Игра, на мой взгляд, очень интересная. Очень много роботов. Есть всякие турниры прохождения. В данной версии у вас будут деньги по максимуму. То есть деньги не нужно будет зарабатывать в боях. Они уже будут. Все девяточки, как говорится. Вы сможете легко как улучшить, так же и купить любого робота. То есть версия пропатченная. Вот, докачиваются файлы. И видим, что игра у нас запустилась. Нажимаем карьера. Так, дальше, что у нас здесь можно? Режим боя. Для того, чтобы открылись несколько
возможности нужно 2 или 3 робота сначала пройти. Данное видео у меня сейчас будет тормозить, потому что телефон слабенький, и поэтому как бы запись, когда идет, и игра одновременно, он, короче, тормозит. В реальности я сейчас вам покажу с помощью веб-камеры, как игра играет нормально, быстро, не тормозит. Значит, данное видео я сейчас показываю для того, чтобы вы видели, какая графика. Вот он, наш любимый робот Адам, всем любимейший. Танцует, как всегда. Будем, значит, драться против вот такого чудища. Как бы сейчас будет очень видно, поэтому я сейчас вам давайте лучше с помощью веб-камеры покажу. Вот такая вот интересная игрушка. Ставьте классы, обязательно подписывайтесь на мой канал. Стараюсь как можно побыстрее и побольше укладывать красивых, хороших игр. Скачивайте их, устанавливайте, играйте и смотрите мои видео. Всем пока, до новых встреч. We'll be right back.